Привет, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию предлагаю рулет с халвой. Невероятно нежный и вкусный. Для этого нам понадобятся яйца. Отделяем желтки от белков и взбиваем с 125 граммами сахара. Хорошо взбитые желтки добавляем 4 столовые ложки воды. Продолжаем взбивать. В муку просеянную добавляем разрыхлитель и перемешиваем. Хорошо взбитые белки добавляем массу из желтков. Стараемся аккуратно вымешивать, нежно. Полностью объединяем обе массы и продолжаем дальше вымешивать. Муку с разрыхлителем отправляем к яйцам и продолжаем вымешивать. Отправляем бисквитное тесто на противень. Аккуратно распределяем лопаточкой, ложечкой. Выпекаем в разогретой заранее духовке до 180 градусов 15 минут. Сразу же после выпечки достаем наш корж духовки и снимаем пергамент. Предварительно я подготовила хлопчатобумажное полотенце, которое смочила в воде. На полотенце укладываем наш корж и
сворачиваем вместе с полотенцем в рулет. Как остынет кёш, мы разворачиваем и собираем полотенце. В блендере измельчаем нашу халву. Мягкое сливочное масло с 3 ложками сгущенного молока вареного взбиваем в миске. И постепенно добавляем халву. Крем получается очень вкусный и нежный, прям халва халвой. Любители халвы точно оценят этот десерт. Продолжаем хорошо взбивать, чтобы все ингредиенты объединились в одну массу. Была нежная текстура. Наш крем готов. Теперь на бисквитный корж выкладываем наш крем, равномерно распределяем по коржу. После полного обмазывания коржа мы его собираем в рулет. Корж очень податливый, и возвращаем его в его привычную уже форму. Обязательно бока обмазываем остатками крема. Это самая любимая часть, например, у моих детей. Края рулета, там больше всего крема. Я решила украсить рулет фисташками, поэтому очищаю их и буду ими украшать. Для приготовления шоколадной глазури мне понадобилось 200 грамм шоколада, который я импульсами растопила в микроволновой печи. И добавила туда 2 столовые ложки растительного масла. Перемешиваю. Обмазываем шоколадной глазурью наш вкуснейший рулет.
Фисташку необходимо порубить ножом и обсыпать наш рулет. Данный рулет невероятно вкусный, очень нежный, он очень сочный, и он обязательно вам понравится. Приготовьте его, готовьте в удовольствие. Дорогие друзья, я буду очень рада, если видео оказалось для вас полезным. Буду рада вашей активности. И до новых встреч! Готовьте в удовольствие!